He put his leg under here. It's how you give Raymond injured. And he jumped this way. You understand? Okay. Rather, he injured other one, the right one that was there in the lock. He injured brother. You give Raymond leg, brother. No, brother, did that. You have to pay for the rubber. Tap. Raymond never tap. Huh? Raymond never tap. Die. Whatever if I choke, if you don't tap, he die. Что говоришь? После шести много не надо. Заказал ты детское меню, нет? А кому? Руслан мне пана заказывал. Ассаламу алейкум. Как ты, брат? Мой брат. Мой легендарный брат. Хаджи Али. Единственный трогачик в мире. Сбор. Я ж, брат, здесь постоянно уже 6 лет, братья. Рад тебя видеть здесь, брат мой. Удачи тебе всегда. Саламу алейкум, Юсуп. Короче, брат, вехом вела, аж я вен, охотно просто. Юсуп, а вот лох брат. Юсуп, брат, ты ждал, девчина. Юсуп, мы просим прощения. Ой, брат, а его лох, ты наш брат, где бы ты ни был. Мы за тебя тоже отдохнем, брат. Саламу алейкум. Давай, Ислам. Саид, почему у тебя карандаш не поточен? А потому что родителях нет денег купить точилку. Как это нет денег? У брата нет точилки? У брата... Ровно сядь. Есть, но он не разрешает. Ну, мой сломался. Ну, мама же может у него попросить и поточить твой карандаш, правильно? Как? Ну, вот так. У меня вот такого толстого, для толстых карандашей нет точилки, да? Понимаешь? Да. Я когда переезжала, я все выбросила. А теперь у меня нет. Ты дома обязательно поточи, хорошо? А почему выбросить? Ну, потому что мне уже не нужны. Это же вам нужны, правильно? Ладно. Так что дома поточи, хорошо?